Добрый вечер, дамы и господа, это группа «Квадрат». И мне бы хотелось, чтобы мы все немножко сказали большое спасибо Игорю Семенову. Давайте похлопаем ему. Он там так увлечен, что он даже не понял, для чего это все было. Первая песня «Непременное чудо». Танечка, готов? Можешь гитару погромче сделать? Просто писать. Скажите, когда будете готовы. Ну, мы, наверное, в принципе, это готовы. Взял ты спроса, верни мое небо. Мне бы жить на нем. Еще одно солнце, мне бы выпасть дождем. Там, где не был, надевать, умирая. На этот мир кольца расстояние суть. Измерение боли от послуха до мозга. Как перед тобой, я не знаю, у кого вызвать на поединок. Кто не грязит моих невиновных потерок. Крови родных планет, но я скажу тебе привет, до свидания. Из ниоткуда в никуда бегут по венам провода, бегут по венам города и расстояния. Мы можем все сойти на нет, чужой крови родных планет, но я скажу тебе привет, до свидания. Я не знаю, кому дочитать свою осень, суетливый язык заплетается в косы, непонятно о чем говорят, о чем просят, выходя из себя от нелепых вопросов. За поэтом поэт переполнил сердце високосное и непременное чудо. Взял без спроса мне, чтоб больше одеться и на завтра меня одевать в землю буду. Из ниоткуда в никуда бегут по венам провода, бегут по венам города и расстояния. Мы можем все сойти на нет, чужой крови родных планет, но я скажу тебе привет, до свидания. Из ниоткуда в никуда бегут по венам провода, бегут по венам города и расстояния. Мы можем все сойти на нет, чужой крови родных планет, но я скажу тебе привет, до свидания. Следующая композиция — рисунок. Спасибо за понимание.